Привет всем, меня зовут Вася Борисенко, и мы находимся в великолепном шатре или здании, как это можно назвать, Moscom Спорта. Собственно, здесь у нас будет располагаться школа Олимпийского резерва, где BMX-рейсеры будут тренироваться зимой, чтобы к сезону просто всех вырывать. На самом деле, как бы суть этого ролика заключается в очень простых вещах. Всем, наверное, интересно, как это все строится, как это делается, какие технологии, инновации и так далее. В общем, мы хотим показать, как мы работаем изнутри, потому что нам бы хотелось делиться опытом и своими наработками со всеми, чтобы, ну, просто люди старались и делали все на самом высоком уровне. Вот, ну, наверное, я вам расскажу какие-то фишки этой стройки. Ну, и вы все сами своими глазами увидите. Я думаю, будет прикольно и интересно. Ну что, начнем, наверное, с конструкции линии, с технических каких-то моментов. У нас, если честно, 2 километра резки станка нашего. Вот, это просто, если честно, можно офигеть до Нового года собирать. Но я уверен, что мы справимся без всяких проблем. Вот здесь у нас шовчик находится. Здесь стыкуются 2 конструкции, и к ним крепится опора. Вот, очень клевое соединение разработал, и мне очень нравится, все супер устойчиво, все собирается просто как конструктор. И я очень доволен на самом деле тем, что мы пользуемся станком. Это очень быстро и очень удобно. Мы перемещаемся в эти замечательные чаши. Чаши у нас собираются реально как пазл. Не пазл, а можно сказать, витраж или мозаика или еще что-то в этом стиле. Каждая палочка подгоняется. К сожалению, в программе это на самом деле каждую палочку рассчитать дольше, чем ее прикрутить и отрезать. Поэтому все здесь делается, как можно сказать, на полном фристайле, вот этот слой доски. И действительно, это адовая работа, но в конце здесь будет все очень гладко, очень чисто, и будет все кататься и вкатываться. Мы, собственно, вернулись к нашим замечательным веселым волнам, и я бы хотел вам показать. Вот это боковая волна, и палки здесь крепятся сбоку. Вот, она у нас состоит из одного куска фанеры, вот это место стыка, его просто не видно, о котором я говорил. Есть скрепляющий элемент, который скрепляет между собой 2 половинки и является одновременно ножкой. Ну, и крепится на 4 болта и там на кучу саморезов. В общем, это навсегда и намертво, не раскручивай никогда. Хотел рассказать о самом главном компоненте всей этой стройки – это саморезы. Если честно, они имеют, я не знаю, самую ключевую функцию, потому что на них все держится, все скручивается, и они отвечают за качество финишного покрытия. В общем, я хотел вам рассказать про эти саморезы. Спакс – это немецкие саморезы, которые имеют игольчатую резьбу в конце, и ни один саморез за всю стройку у вас не сломается шляпка. И самое интересное то, что при всей эксплуатации этот саморез не выкрутится на миллиметр даже. Пару слов о команде. У нас есть замечательные персонажи на стройке типа Честера, Артема Агапова, Глушачка. Ребята из Москвы, всем известные. В общем, они тоже приобщились к нашему нелегкому труду, за что им большое спасибо. Самые крутые ребята XSA на этом проекте работают. Респект, просто мега респект ребятам. Сэму, Буферу, Денчику, Пашку из Питера, вот, они очень крутые, я люблю с ними работать, это уже не первые проекты, которые мы делаем вместе, и дай бог все будет так складываться круто. Я очень доволен, как все происходит, все собирается просто не по дням, а по часам. Вот, ну, естественно, можно сказать про себя. Спасибо мне, то, что сделал все эти гребаные чертежи, и все у нас собирается как по маслу. Мы поговорим о самом главном, о сроках. У нас всего 2 недели на реализацию этого проекта. Сегодня 23 декабря, и у нас осталось ровно неделя, чтобы закончить этот проект. Это какие-то колоссальные сроки, и на самом деле я могу вам дать абсолютно точную гарантию, что за такие сроки больше никто вообще в нашей стране не осилит такой проект. Так что
сам не похвалишься, никто не похвалит. В общем, пожелаем мы сами себе удачи. Я думаю, через неделю все будет готово и все будет просто идеально. Всем спасибо.